Привет, друзья! Давайте немного вспомним, что уже было проделано. Начали мы с устройства платформы, не забывая все обильно обливать септиком. Когда были смонтированы лаги, приступили к утеплению платформы минеральной ватой. Затем накрыли все это черновым полом из доски и приступили к возведению стен и перекрытию антресоли. Антресоли, где будет устроено спальное место. После этих работ добрались до крыши, где начали делать стропильную систему нашего мини-домика, что сегодня и продолжим делать. Полетели! Вот смотрите, прилетел братишка Женя наш. Привет, дорогие подписчики. Извините, сегодня начались мы все облазить. Так что, если будет нос шелушиться, не обращайте на это внимания. Сегодня у нас новый день. Так, сегодня мы приступим, как я уже говорил. А, давайте посмотрим. Вот, смотрите, как домик наш издалека смотрится. Сегодня мы приступим к связям установки. Я там сейчас вот еще подокручиваю стропилы, которые идут на наше слуховое окно. Вчера мы сделали его. И стропилку мы все сделали. Вот. Чуть-чуть осталось докрутить. Сегодня будем ставить наши связи. Ну, наконец-то у нас на участке хоть какая-то тень появилась. Можно прятаться от солнца. Вот. Добьем вот эти вот стропилки там сверху. Там солнце, наверное. Вам ничего не видно сейчас. С этой стороны покажу. Вот. Наше слуховое окно. Тут два окна вот будет. С нашей спальной зоны. Вот так в целом. В целом такая вот работа. Будем вот эти вот связи врезать в окна, ну, по всем сторонам пройдемся. Это наш санузел будет. Тут пол я буду бетонный делать, подолью. Вот, вот такие вот дела. Здание 6х3. Пока первым делом надо вот закрыть все мембраной, постараться вот по максимуму набить обрешетку, сделать кровлю, и потихоньку можно делать это, делать доску для обжига, вот эту вот доску, которая вот 150-25 дюймовка лежит, ее надо будет обжигать и делать отделку. Посмотрим, как получится. Ну, вроде бы у людей нормально получается с этим обжигом. Ну, посмотрим, насколько это быстро будет. Но надо до зимы, короче, это все успеть сделать, сколотить. Тогда будет вообще просто все космически хорошо. А мы приступаем к работе. Погнали. Отрезать 580-х не хватает. Сейчас пильнем.
Здравствуйте, ребята. Извиняюсь опять, то, что без майки тут. Солнышко. Уже загар слазит, надо новый получать. Вот наша стропилка готова. Замечательно все, да? Вот такая вот слуховое наше окно. И смотрите, прилетел братишка Женя наш. Он начал делать ветровики связи. Выпиливает, сейчас опять что-нибудь придумает, чтобы увеличить производительность. Женя, привет. Здорово. А в камеру посмотреть? Вот. Сейчас немножко этой работы заснимем. Женя тут вот пока будет мучиться с раскосами нашими, я, наверное, приступлю к натяжке мембраны. Сейчас будем натягивать нашу мембрану. Как я и говорил, что я все из испановской взял, только пароизоляцию взял андутис, но проклеиваю тоже из испановским скотчем, потому что андутис там предусмотрен скотч, но он вообще ничего не держит. А вот из испановский пароизоляция будет держать хорошо, но сейчас нам пароизоляции не надо, мы только мембрану будем делать. И сейчас вот будем потихоньку натягивать нашу мембранку. Смотрим. Смотрите, я сейчас делаю вот эти вот фронтончики сразу подышью, пока у нас места есть, чтобы потом подшивку было карниза делать нормально. Уже две стороны готовы. Вот здесь уже тоже готова вот эта вот обвязка. Вот так. Так, наши фронтончики, которые я вот делал. Я уже со всех сторон, даже в слуховом окне доделал. Сейчас будем наши вот эти, я не знаю, как наличники, ветровики называются. Вдоль кидать. Женя вот до сих пор со связью мучается, нету инструмента необходимого, получается, приходится долго-долго ковыряться. Если была бы какая-нибудь пила, там роторная, легкая такая, быстро подрезать, то было бы, это вообще дело в 5 минут, а приходится вот так вот мучиться. Ну ладно, тут уже одна сторона, можно так сказать, осталась. А сейчас я буду делать вот эти вот фронтончики, вешать наши ветровики, как они правильно еще называются, не знаю. Вот так, смотрим. Дорогие друзья,
Вот и подходит побывка Женькина. На этом участке сделал просто колоссальную работу. Так помог. И он какой-то молчаливый. Обычно он всегда много говорит. А тут, смотрите, молчит с тряпочкой. А ну-ка, приветствуй в пару слов. Ну что ты, блин? Смотрите, какой-то он злой. Не знаю почему. Вот сегодня Женя раскосы все набахал. Связи наши по дому. Мембрану сделали. Положили. У фронтонов набили вот эти вот по подшивку. Ну, короче, вот эти карнизики такие набили. Не знаю, как правильно называются. Женя сегодня последний день. Все, он уже давно, наверное, хотел сорваться. Эти связи у него убили очень много времени, потому что не было нужного инструмента. А я завтра буду набивать обрешетку. Контрабрешетку и обрешетку. То есть завтра тоже такой день нелегкий. Поэтому будем как-то так действовать уже в одиночку. Но спасибо большое нашему Женьку, другу. Смотрите, опять подойдем, попросим у него слово. Ну? Чайку на повесить. Ну, чайку попьем. Ты еще нибудь скажешь? Да, до новых встреч. Ну, что ты такой? Вот так вот. Обычно он разговаривает. Что-то пошло не так, значит, у него что-то, какие-то сердечные дела. А мы в целом, ну, такой нормальный кусок работы сегодня сделали. Какой-то она мелочевка, но оно тоже очень вытягивает много времени, получилось так. Но ничего страшного. Нам осталось только пока мембраны затянуть, еще дождаться окна, где-то приедут надо. Наверное, вот Женя говорил, можно у него в складе там будет, или где-нибудь там вот пока сохранится. А так в целом все нормально. Вот смотрите, как он смотрится, наш домик. Пока не вырисовывается, но я думаю, уже со временем будет. Еще предстоит обжиг, я хочу древесину обжигать. Это, мне кажется, еще будет приключение еще то. Поэтому оставайтесь с нами. До скорой встречи. Пока.